нетленны краски древней эмали. Тысячелетие оставалось тайной искусства мастеров далекого прошлого. Разгадать ее удалось пермским художникам Степану и Елене Клюпановым. На выставке в Москве работы Клюпановых получили высокую оценку советских и зарубежных специалистов. Сейчас художники работают над оформлением интерьеров станции московского метрополитена, улица 1905 года. Уже создано панно, посвященное героям первой русской революции –